Привет! Сегодня мы будем играть в войнушки. Я буду с Томилом. У меня будут эти пистолеты. Это Томила, а это мой. А у Томила будут пули в коробочке. Тут 12 пуль. Вот. Это твоего, да, и давай. Да. Вначале мы, я или Тёма идём сюда, а Тёма и я пойдём туда. Короче, главные стороны. И наша миссия по вассам новым, которые нам подарили на день рождения. Сделать связь, где-то встретиться. А папина миссия? Тут надо ходить на этом круге. Ирина, давай посмотрим, как они работают. Нет. И у нас есть маленькие пистолеты в заказе, если он нас увидел. И сейчас мы начнем играть. Ну, покажи, как рация работает. Проверьте связь. Давай, приду. Привет, как слышно? Все нормально. Выключаем пока что. Тёма, ты ж говори, высовывайся штанин. Когда по рации говоришь, что ты будешь в штаны говорить. Итан, ты бежишь вниз, Тёма наверх. Хорошо, бежи ты наверх, Итан вниз, неважно. И смотрите, я вам не дам соединиться, я буду по центру там. Где-то смотреть, в каком-то проходе, чтобы вы не соединились. Ой, я маленько смотрю. А, у вас есть рация, вы должны договориться, где встретиться. Ну что, кто вниз бежит? Я. Все, давайте, разбегайтесь. Покажи патроны, у тебя есть, все. Вот. Все, побежал. Ну я снимаю, а дальше же не вижу. Ну что, посмотрим, что с этого выйдет. Пистолета, только не без пуль, жаль. Все, это хорошее место. Скажи, что мило. Тёма, как меня слышно? Тёма, как меня слышно? Ответь, ответь. Ответь уже, ответь. Тёма, ну... Точно хорошо? Будь тихо. Я папу не вижу, а ты видишь? Тёма! Тёма! Я тут! Я его увидел, вон и там. Я там где-то не смею пуля. Иди уже. Быстрее, быстрее. Папа, видите? Я тебя жду.
я там его убью. Скажи, где он? У меня только один фотон из-за тебя. Тамир, мы на базе, Тамир, на базе мы. Ну что, перекусили, Итан? Все, вы готовы? Тёма, отвечай на рацию нормально. Ты включи её, включи же её. Он же тебе будет звонить. Как тут? Не, батареи хватит. Там нужно поставить включённое новое, нет. Сейчас будет стоило. Ну всё, давайте, разбегайтесь. Считаю до 100. Раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь, восемь, девять, десять. Я вас убил, что вы не по... Я убил вас! Да я вы обманщики! Нет, я тебя убил! Я обоих вас убил, а вы ничего бегаете. We'll be right back.
Покажи, у тебя пуль нет, да, тут? Нет, и тут нет. А у тебя там? Есть. Покажи. Ну и у каждого там покрытый пистолетик. Да, с одной пулей там. Это АМТО. Если у тебя на полке достаешь, вот так, держаешь пиво. Вот, смотрите. Все, теперь я считаю до 100, разбегайтесь. Вы должны по рации... Нет, что мне закрывать? Один бежит вниз, один наверх. Там парк большой, вы там встречаетесь где-то, чтобы я не знал. Но смотрите, я в этот раз считаю до 50. Вы должны где-то там спрятаться, где-то в углу, по рации созвониться, договориться в каком-то месте встретиться, поменяться оружием и пулями и уже меня атаковать. Это ваша база, вы должны ее захватить, я буду ее охранять. Я могу спрятаться где угодно тут. Все, побежали. Да, но тут не точно не найти. Я уже на желтой иголке! Ну Тёма, ну... Да не бей его! Вон наш так, а здесь еще нет. Идем вытяну убежище.
Они где-то с собой будет штаб. Все, Тёма, я тебя убил. Я тебя где это? Я его убил, Митя! Я убил Тёмика, он мертвый. Ты где? Что, боишься ответить? Ну что, теперь сам напрасил. Все, Тёма, ты теперь мне помогаешь. Я дай мне патроны. Дай мне патроны. Дай мне пару патронов. Да ты, я тебя уже убил. Ты дай мне мои патроны. Агент номер 6, как слышно? И запомни, я агент номер 7. Ну все, ты сам напросился. Ну все, сейчас ты мне заплатишь за это. Где папа? Он видел меня? А тебя видел? Вот он.